Два дня назад мы купили 4 разные мувайки в магазинах Верхней Салды. Три из них стоят по 150-160 рублей, и одна за 230. Вот это вот было подороже немного, остальные дешевые. У всех у них указано, что они до минус 30. Мы их оставили на пару дней в машине, которая стоит на открытой стоянке. Сейчас на улице минус 22, ночью было холоднее, но тем не менее все они превратились полностью в лед. И заливать их в бачок стеклоумывателя в принципе нельзя. Сейчас мы покажем. Наклоняем аккуратненько. Ну вот оно кашей такой переливается, конечно. Но не жидкое. Так, следующее. Подожди, как оно называется? Skylux. Давай. Так, это в принципе замерзло, в лед вообще нет никакого движения. А, нет, тут потекло чуть-чуть. Давай следующую. Тоже замерзло полностью. Ну, давай тоже не клоняй. Ну, вот это более желеобразная, но она опять же не вода. То есть ни одно из этих наши морозы заливать в машину просто нельзя. Вчера было минус 20, сегодня минус 30. Но стоит небольшое дополнение сделать. То есть мувайки все 4 вчера прижали в машине. Минус 20. Они все до минус 30. Вчера они были все заморожены. Как вы помните. Но за эту ночь, видимо, вечер был теплый достаточно, большинство из них разморозились. Вот это единственное осталось полностью замороженное, вообще никак. Так, вот это вот Nordwind, появилась жидкость там, правда, ну, в принципе, жидкая достаточно, да, но внутри присутствуют вот эти вот сгустки все равно в любом случае. Так, Skylux тоже стал желеобразный, но в принципе появилось больше, конечно, жидкости, но масса густая присутствует. А почему я снял это видео, в принципе, на второй день? Удивила вот эта вот вертикаль. Она стала полностью прозрачной. Полностью, вообще ничего. Как так, не знаю. Ну, в общем, из дешевых, видимо, можно теоретически брать ее, если не ниже, реально минус 30.